Здравствуйте, товарищи. Эта лекция будет посвящена оценкам функций. В математике очень часто приходится иметь дело с оценками одной функции f от x при помощи другой. Эта другая обычно берется более простой, чем данная функция f от x. Среди этих оценок мы отметим прежде всего ту, которая выражается написанным вот здесь неравенством. Это неравенство выражает, что функция, абсолютная величина функции f от x или модуль функции f от x не превышает константу c, помноженную на абсолютную величину фи от x для всех x, принадлежащих к множеству e. Вот это обозначение выражает принадлежность точек x к множеству e. И таким образом все неравенство читается так. Абсолютная величина f от x не превышает постоянную c, помноженную на абсолютную величину φ от x для всех x, принадлежащих к множеству e. Что касается c, то c есть, как мы уже сказали, константа, не зависящая от указанных x. Множество e может быть любым, но чаще всего множество e представляет собой конечный отрезок AB или интервал AB. В случае интервала он может быть как конечным, так и бесконечным. Другой вид оценки выражен при помощи вот этого нижнего равенства. Он выражает, что данная функция f от x связана с функцией φ от x так, что предел отношения f от x к φ от x, когда x стремится к, равняется единице. Что касается а, то это есть либо число, то есть конечная точка, как говорят, либо бесконечная удаленная точка. То есть а может быть бесконечностью, плюс бесконечностью и минус бесконечностью. В связи с вопросами, которые здесь затрагиваются, возникла специальная терминология. Возник специальный математический аппарат. Вот ему и посвящена данная лекция. На экране мы видим тело неправильной формы, содержащееся в шаре радиуса единица, с центром в точке О, и содержащее в себе меньший шар с тем же центром и радиуса альфа меньшего единицы. Будем эту конструкцию увеличивать так, чтобы она постоянно оставалась подобной самой себе. Обозначим через V от R объем неправильного переменного тела в тот момент, когда больший шар имеет радиус R, а следовательно меньший имеет радиус альфа, помноженное на R. Очевидно, выполняется неравенство. V от R не превышает c, помноженное на r в кубе, где c – константа, равная в данном случае 4 третьих π. В связи с этим говорят, что переменный объем v от r имеет порядок r в кубе. Имеет место также другое очевидное неравенство. c1, помноженное на r в кубе, меньше v от r с константой c1, равной 4 третьих π альфа в кубе. Оно оценивает наш объем снизу. Тот факт, что имеет место двойное неравенство при любом положительном r и независящих от r константах c1 и c, принято выражать словами так. Объем v от r имеет строгий порядок r в кубе. Впрочем, в дальнейшем мы будем говорить только о порядках функции, но не о строгих порядках. То есть будем иметь в виду только неравенство типа
V от R не превышает C, помноженное на R в кубе. Русское слово «порядок» по-немецки звучит «ordnung», а по-английски «order». Поэтому неудивительно, что понятие «порядок» обозначается символом, напоминающим большую или прописную букву «О». Его так и называют «О большое». Употребляют также и другой символ «О малое», о котором мы тоже будем говорить, но позже. Оно выражает некоторое видоизменение понятия порядка. Начнем все же с определения «О большого». Пусть заданы две функции f от x и φ от x. Говорят, что функция f от x имеет порядок функции φ на множестве e, если существует положительная константа c такая, что выполняется вот это неравенство для всех значений x, принадлежащих к множеству e. Ну, таким образом, модуль f от x должен не превышать эту константу c, помноженную на модуль φ от x для всех x, принадлежащих к рассматриваемому множеству e. Этот факт записывают еще так. И читают его следующим образом. F от x есть величина порядка фи от x, когда для всех x, принадлежащих к e. Или f от x есть о большое от фи от x на множестве e. Нужно сказать, что если фи от x на множестве e всюду не равняется нулю, то первое, то неравенство 1 эквивалентно, очевидно, следующему неравенству 2. Модуль f от x, деленное на φ от x, не превышает c на множестве e. Таким образом, второе неравенство тоже может служить определением вот этого понятия порядок функции f относительно φ. Мы можем сказать, что функция f имеет порядок функции φ на множестве e, или f есть о большое от функции φ от x, если существует постоянная c такая, что выполняется неравенство 2, конечно, для всех значений x, принадлежащих к e. Второе неравенство, конечно, имеет смысл только в том случае, когда фи от x всюду не равняется на e нулю. Если это не так, то просто данные отношения уже нельзя написать, как вы знаете. Отметим следующий частный случай. Случай, когда f от x есть о большое от единицы для всех x, принадлежащих e. Так. Это равенство, очевидно, выражает тот факт, что функция f от x ограничена на множестве e. В самом деле, согласно определению, модуль f от x, деленный на единицу, равный, очевидно, модулю f от x, не превышает некоторой константе c на множестве e. Ну и таким образом мы установили, что если f от x есть о большое от единицы, то это выражает ничто иное, как тот факт, что наша функция f ограничена на множестве e. Рассмотрим примеры. Синус x есть о большое от единицы на всей действительной оси, потому что синус x есть ограниченная функция на действительной оси.
логарифм x есть О большое от единицы на любом отрезке АВ, где А положительно. Посмотрите на график функции y равно логарифм x. Часть его, соответствующая конечному отрезку АВ, находится между прямыми y равно логарифм А и y равно логарифм b. С другой стороны, функция логарифм x не ограничена на интервале 0,1, так же, как на интервале 1 бесконечность она не ограничена. Поэтому было бы неправильно сказать, что она есть О большое от единицы на этих последних интервалах. Про функцию синус x можно также сказать, что она есть О большое от x на всей действительной оси. Потому что, как мы знаем, абсолютная величина синус x не превышает абсолютную величину x для всех x. В написанном неравенстве константа c равна единице. Но неверно сказать, что синус x есть О большое от x квадрат на интервале минус аа, где а положительное число. Ведь отношение синуса x к x квадрат можно записать в виде произведения двух множителей. Первый множитель, синус x, деленное на x, стремится при x, стремящемся к нулю, к единице. А второй, единица, деленная на x, стремится к бесконечности при этом. Но тогда функция синус x, деленная на x квадрат, не ограничена на интервале минус аа. На этом рисунке в одной и той же системе координат изображены с одной стороны график функции модуль синус x, а с другой график функции cx квадрат, где c больше нуля. Обратите внимание на то, что при x равном нулю парабола y равно cx квадрат имеет касательную совпадающую с осью x. А кривая модуль синус x при x равном нулю имеет две касательные, правую и левую, с угловыми коэффициентами, которые равны, соответственно, числам плюс единица и минус единица. В силу указанных свойств, каково бы ни было положительное число c, график функции cx квадрат будет лежать при малых x под графиком функции модуль синус x. То есть модуль синус x не есть О большое от x квадрат. Заметим, что если функция f от x имеет порядок функции φ, а φ, в свою очередь, имеет порядок функции ψ на множестве e, то отсюда очевидно следует, что f от x имеет порядок psi от x на множестве e. В самом деле, два написанных неравенства, где a и b – некоторые константы, влекут, очевидно, за собой неравенство. Модуль f от x не превышает c, помноженное на модуль psi от x, где c равно произведению этих констант a и b. Вот еще пример. 3x квадрат есть О большое от x квадрат на интервале 0,1, потому что 3x квадрат равно 3x квадрат, что есть частный случай неравенства 3x квадрат меньше или равно 3x квадрат. Таким образом, функция 3x квадрат имеет на интервале 0,1 порядок x квадрат с константой c, равной 3. Уже познакомились с вами с символом О большое. Теперь я хочу перейти к определению символа О малое. Допустим, мы имеем две функции в окрестности точки А. Функции f от x и φ от x. Эти функции могут в самой точке А и не быть определены. Пусть, кроме того, функция φ от x не равняется нулю в указанной окрестности, за исключением, быть может, точки А.
Если предел отношения f от x к φ от x, когда x стремится к, равняется нулю, то мы будем писать вот это соотношение, которое читается так. F от x равно о малому от φ от x, когда x стремится к. Что касается равенства 1, то легко видеть, что оно эквивалентно следующему равенству. F от x, деленное на φ от x, равняется некоторой функции эпсилон от x, про которую известно, что она стремится к нулю, когда x стремится к. Если мы обе части полученного равенства помножим на φ от x, то мы получим вот это равенство, равенство 2, выражающее, что f от x равняется эпсилон от x, где эпсилон от x, как я уже сказал, стремится к нулю, помноженное на φ от x. Легко видеть, что если φ от x в нашей окрестности не равняется нулю, то из 2 вытекает равенство 1. Таким образом, оба эти равенства 1 и 2 эквивалентны. И если угодно, можно полученное равенство 2 считать определением вот этого понятия о малое от φ от x. Можно сказать, что функция f от x есть о малое от φ от x, когда x стремится к, если ее можно записать в виде произведения двух функций эпсилон от x и φ от x, если только эпсилон от x стремится к нулю, когда x стремится к. Кстати, вот это определение 2 является, если угодно, немного более общим, чем определение 1. В том смысле, что в нем можно было бы считать, что φ от x в окрестности точки А, или, по крайней мере, в отдельных точках окрестности точки А, равно нулю. Приведем примеры. x квадрат есть о малое от x при x, стремящемся к нулю, потому что предел отношения x квадрата к x равен нулю при x, стремящемся к нулю. Но при x, стремящемся к бесконечности, теперь уже x есть о малое от x квадрат, потому что предел отношения x к x квадрату при x, стремящемся к бесконечности, равен нулю. Посмотрите на рисунок, где в одной и той же системе координат нарисованы графики функций y равно x и y равно x квадрат. При возрастании x до бесконечности соответствующие ординаты обоих графиков неограниченно возрастают. Но ордината графика y равно x стремится к бесконечности значительно медленнее, чем ордината графика y равно x квадрат. Что выражается тем, что отношение x к x квадрату стремится при неограниченном возрастании x к нулю. Вот еще пример. Я думаю, он вам понятен без слов. Очень полезно заметить, что при любом n, x в степени n есть о малое от e в степени x при неограниченном возрастании x. Потому что можно доказать, что предел отношения этих функций при x, стремящемся к плюс бесконечности, равен нулю. На этом рисунке теперь уже нарисованы графики функций y равно x квадрат и y равно e в степени x. Оба они уходят в бесконечность при неограниченном возрастании x, но e в степени x возрастает значительно быстрее, чем x квадрат. График не очень хорошо изображает это явление, потому что размеры экрана не позволяют рассматривать значение x большего, чем 4.
Например, нет никакой возможности изобразить на графике ординаты e в степени 100 и 100 в квадрате. Заметим еще, что отношение этих ординат больше невероятно большого числа, 25 в степени 96. Отметим еще, что логарифм x есть о малое от x при x стремящемся к плюс бесконечности, потому что можно доказать, что предел логарифма x, деленного на x, когда x стремится к плюс бесконечности, равняется нулю. Обратите внимание на следующую запись. F от x есть о малое от единицы при x стремящемся к. Она обозначает ничто иное, как факт, что f от x есть бесконечно малое при x стремящемся к. Подобная запись может быть применена к определению непрерывной функции. Если функция f от x определена в окрестности точки x, равной а, и ее приращение в этой точке есть о малое от единицы при стремлении h к нулю, то это означает, что f непрерывно в точке а, потому что тогда дельта f стремится к нулю, когда h стремится к нулю. Итак, запомним, что если приращение функции в некоторой точке, соответствующее приращению h аргумента, есть о малое от единицы при h стремящемся к нулю, то f непрерывно в этой точке. Отметим следующую терминологию. Если альфа от x и бета от x, суть бесконечно малые, когда x стремится к, и если при этом альфа есть о малое от бета, как это написано вот в этом равенстве. В этом случае говорят, что альфа есть бесконечно малое высшего порядка по отношению к бета. Нужно сказать, что эта терминология является достоянием всех учебников. Хотя не все учебники употребляют при соответствующих формулировках этого определения сам знак о малое. Например, x в кубе при x стремящемся к нулю есть бесконечно малое высшего порядка по отношению к x квадрату, потому что отношение x куба к x квадрату стремится к нулю при бесконечно малом x. Вообще, если k больше L больше нуля, то при x бесконечно малом функция x в степени k есть бесконечно малое высшего порядка по отношению к x в степени L. Потому что отношение x в степени k к x в степени L стремится к нулю, когда x, в свою очередь, стремится к нулю. Функция единица минус косинус x при x стремящемся к нулю есть бесконечно малое высшего порядка по сравнению с x, потому что предел отношения, где в числителе стоит единица минус косинус x, а в знаменателе x, при бесконечно малом x, как это видно из цепи равенств, равен нулю. Аналогичная терминология употребляется также и для бесконечно больших величин. Если альфа и бета – суть бесконечно большие величины, и бета есть о малое от альфа, то в этом случае говорят, что альфа есть бесконечно большая высшего порядка по отношению к бете. Например, мы с вами знаем, что функция x в степени n при неограниченном возрастании x есть о малое от e в степени x. Поэтому, если употреблять вот сказанную терминологию, мы можем сказать, что e в степени x есть при неограниченном возрастании x бесконечно большая высшего порядка по отношению к x в степени n. Далее, если k больше l больше нуля,
то функция x в степени k при x, стремящемся к бесконечности, есть бесконечно большая высшего порядка по отношению к x в степени l, потому что предел их отношения равен бесконечности. Вот еще равенство. В верности их вы можете убедиться самостоятельно. Они говорят, что x в степени k при положительном k и при неограниченном возрастании x есть бесконечно большая высшего порядка по отношению к логарифму x. А e в степени x есть бесконечно большая высшего порядка по отношению с x в степени k. Тем более по отношению к логарифму x. Введем новое понятие – асимптотическое равенство. Если предел отношения двух функций f1 от x к f2 от x, когда x стремится к, равняется единице, то говорят, что функции f1 от x и f2 от x асимптотически равны, когда x стремится к. Это определение не зависит от того порядка, в котором мы взяли функции f1 и f2. Потому что из того, что существует вот этот предел, очевидно, и очевидно существует также и предел отношения f2 от x к f1 от x, когда x стремится к. И он тоже равняется единице. Обратим внимание на тот факт, что равенство 1 полностью эквивалентно равенству, которое написано в виде формулы 2. Оно выражает следующее. F1 от x равняется F2 от x плюс O малое от F2 от x, когда x стремится к. Здесь F2 от x можно заменить на F1 от x. Мы видим, что равенство 2 выражает тот факт, что функцию f1 от x, в том случае, если известно, что она асимптотически равна f2 от x, когда x стремится к, можно приближенно заменить на функцию f2 от x с точностью до величины, которая является о малым от f2 от x или о малым от f1 от x, когда x стремится к. Эквивалентность условий 1 и 2 можно выразить следующими словами. Для того, чтобы функции f1 от x и f2 от x были асимптотически равными при x, стремящемся к, необходимо и достаточно, чтобы их разность была о малым от f2 от x, или что все равно о малым от f1 от x, когда x стремится к. Доказательство этого утверждения очевидно. В самом деле, пусть дано, что предел отношения f1 к f2, когда x стремится к, равняется единице. Это можно записать еще так. Или умножая на f2 от x еще так. F1 от x равняется F2 от x плюс эпсилон от x, помноженное на F2 от x. То есть мы доказали, что F1 от x равняется F2 от x плюс о малое от F2 от x, когда x стремится к. Наоборот, это равенство можно записать в виде F1 от x равно f2 от x плюс эпсилон от x, помноженное на f2 от x. После деления его на f2 от x и перехода к пределу, когда x стремится к, получим предел отношения f1 от x к f2 от x, когда x стремится к, равняется единице, что и требовалось доказать. На рисунке изображены в одной и той же системе координат графики функций y равно x и y равно синус x.
разность x минус синус x есть длина жирного отрезка. Будем стремить x к нулю. В силу того, что предел отношения синуса x к x при x, стремящемся к нулю, равен единице, можно, употребляя нашу терминологию, сказать, что синус x и x асимптотически равны при x, стремящемся к нулю. И тогда x отличается от синуса x на бесконечно малую высшего порядка сравнительно с x. Еще более наглядно можно ощутить рассматриваемое явление на примере функций, изображенных на этом рисунке. Одна из них, y равно корень квадратный из x квадрат минус единица, есть часть ветви равносторонней гиперболы x квадрат минус y квадрат равно единице. А вторая, y равно x, ее асимптота. То есть такая прямая, ордината которой отличается от ординаты данной ветви на величину x минус корень квадратный из x квадрат минус единица, стремящаяся к нулю при x, стремящемся к бесконечности. Тем более стремится к нулю отношение этого уклонения к x. В таком случае на основании общих соображений можно утверждать, что предел отношения ординаты нашей ветви гиперболы к ординате асимптоты y равно x равен единице. Впрочем, это видно и непосредственно, потому что после деления на x получается выражение корень квадратный из единицы минус единица, деленная на x квадрат, явно стремящаяся к единице при неограниченном возрастании x. Если для функции φ от x можно подобрать два числа альфа и m, из коих альфа не равняется нулю, так что φ от x будет асимптотически равно альфа, помноженное на x в степени m, когда x стремится к нулю, то говорят, что функция альфа, помноженная на x в степени m, есть главный степенной член нашей функции φ от x. Находить главные степенные члены для функции очень важно. Вы в этом убедитесь впоследствии сами. Должен буду вам сказать, что в дальнейшем вы познакомитесь с формулой Тейлора, с помощью которой для многих важных функций вам будет легко вычислять главные степенные члены их. Но и при помощи обычных приемов из теории пределов их можно в ряде случаев вычислять. Мы приводим 4 асимптотических равенства, дающие главные степенные члены для важных элементарных функций. Хорошо эти равенства запомнить. Для будущего это будет полезно. Вот доказательство первого равенства. Мы воспользовались здесь формулой из тригонометрии, дающий выражение для функции единица минус косинус x через половинный угол. И тем фактом, что предел отношения синуса альфа к альфа при альфа, стремящемся к нулю, равен единице. А это равенство доказывается так. Из доказанной формулы вытекает следующее асимптотическое равенство. Докажите его сами.
Наконец, четвертое асимптотическое равенство мы докажем только при n равном 2. Оно получается путем умножения числителя и знаменателя исходной дроби на сумму корень квадратный из единицы плюс x плюс единица. В последнем равенстве этой цепи мы сокращаем дробь на x. И чтобы найти предел, остается только подставить вместо x 0. Постарайтесь запомнить эти четыре равенства. Сделаем перерыв. Отдохните, товарищи. Продолжим нашу лекцию. Сформулируем очень простую теорему и в то же самое время очень важную в практических вычислениях. Эту теорему мы будем называть теоремой об замене эквивалентных величин под знаком предела. Или еще, употребляя другую терминологию, теоремой о замене асимптотически равных величин под знаком предела. Эта теорема гласит, пусть заданы две асимптотически равные функции. F1 от x асимптотически равна F2 от x, когда x стремится к. И пусть еще задана совершенно произвольная функция лямбда от x. Тогда имеет место равенство. Предел f1 от x, помноженное на лямбда от x, когда x стремится к, равняется пределу f2 от x на лямбда от x, когда x стремится к. Также имеет место другое равенство. Предел лямбда от x, деленное на f1 от x, когда x стремится к, равняется пределу лямбда от x, деленное на f2 от x, когда x стремится к. Вы видите из этих равенств, что одну функцию f1 можно заменить под знаком предела другой, ей эквивалентной или ей асимптотически равной функцией f2 от x. Если эта функция находится под знаком предела в виде множителя. Это же обстоятельство имеет место и в том случае, когда f1 от x находится в знаменателе соответствующего выражения. Отметим, что, например, равенство 1 надо понимать в том смысле, что если один из написанных пределов существует, то уже автоматически существует и второй, и он равен ему. Если вы подумаете хорошо, то вы увидите, сами скажете, что в таком случае отсюда следует, что если один из этих пределов не существует, то не будет существовать и другой. Это очень удобно для практических вычислений. Если вы уже решились заменить f1 на f2, и если у вас оказалось, что второй предел не существует, то уже отсюда следует, что и первый не существует. И нет необходимости заново делать вычисления. Все замечания, которые я сделал в отношении первого равенства, имеют место также и в отношении второго. Докажем только первое равенство теоремы. Второе доказывается аналогично. Доказательство вытекает из следующих
простых выкладок. Предположение, что последний предел в этой цепи существует. Мы не писали здесь явно подразумевающийся аргумент X. На основании сказанного имеют место следующие очевидные равенства. Доказанную теорему очень удобно применить, если нужно вычислить предел отношения функции φ к функции ψ, и известно, что альфа, помноженное на x в степени m, и бета, помноженное на x в степени n, суть, соответственно, главные степенные члены этих функций. В этом случае предел отношения φ к ψ при x, стремящемся к нулю, вычисляется автоматически, как это видно из этой цепи равенств. В первом равенстве мы заменили под знаком предела числитель и знаменатель дроби величинами им асимптотически равными. Приведенные факты вы сможете полностью оценить после того, как узнаете формулу Тейлора. И после того, как вы научитесь вычислять при помощи нее главные степенные члены функции. А теперь приведем примеры. Рассмотрим пример на вычисление предела. В данном случае мы заменили под знаком предела числитель и знаменатель дроби, соответственно, их главными степенными членами x квадрат, деленное на 3, и x квадрат, деленное на 2. Что на основании теоремы о замене переменных под знаком предела законно. Подчеркнем, что не только бесконечно малые и бесконечно большие величины могут быть эквивалентными. Например, если функция f от x не равна нулю в окрестности точки А, то она, очевидно, сама себе эквивалентна. F от x эквивалентна f от x, когда x стремится к А. Другой пример. Если предел f от x равняется пределу φ от x, когда x стремится к А. Причем оба эти предела дают число, неравное нулю, то очевидно, эти функции, значит, f и φ, эквивалентны, когда x стремится к А, потому что предел их отношения равен единице. Подчеркнем выведенные ранее формулы. Они сейчас получат применение на нашем практическом занятии. Решим несколько задач на вычисление пределов. При этом я хотел бы, чтобы вы применяли ту теорему, которая была доказана на лекции. В силу этой теоремы множитель выражения всегда можно заменять под знаком предела ему эквивалентной функции, не изменяя величины предела. Замечу, что может быть так, что множитель находится в знаменателе. И тогда тоже его можно заменять на величину ему эквивалентную под знаком предела, и величина предела не изменяется. Ну вот, Грязнова, пожалуйста, идите к доске. Решите задачу. Вычислите предел, когда x стремится к бесконечности, дроби. В числителе ее стоит x в степени 4, минус 3x куб, минус 1, а в знаменателе x в степени 5, минус x куб, плюс 2.
Я разделила числитель и знаменатель на x в пятой степени. Правильно. Но я просил вас применить теорему. Я не усвоила еще этот метод. Ага. Ну тогда, Грязнова, пока идите. Я думаю, что вы освоите этот метод. А пока послушайте, что будут говорить товарищи. А я тогда попрошу Куйкова. Куйков, пожалуйста, попробуйте решить эту задачу, применяя теорему. Правильно у вас. Все же объясните, как вы сделали. Дело в том, что минус 3х в кубе минус единица есть о малое от х четвертой, когда х стремится к бесконечности. А минус х в кубе плюс 2 есть о малое от х пятой, когда х стремится к бесконечности. Поэтому это выражение равно этому выражению, а числитель этого выражения эквивалентен х четвертой, а знаменатель этого выражения эквивалентен х пятой. Теперь мы о малом пренебрегаем, потому что при числении пределов числитель и знаменатель можно заменить эквивалентными им величинами. Совершенно правильно. Вы молодец, Кульков. Вы все поняли. Садитесь, пожалуйста. Ну, значит, я хотел сказать, что если вы приобретете определенные навыки, и вам все понятно, вы можете некоторые из этих вычислений сократить, считать, что они делаются в уме. Ну, при известном навыке мы могли бы вот этот член просто не писать. Ну, и эти два тоже выражения не обязательно записывать. Ну, я хотел сказать, что при применении вот этой теоремы все же надо очень серьезно отнестись к тому, чтобы соблюдались условия теоремы. Иначе могут быть ошибки. Попробуем еще сделать один пример. Вот, Лаус, пожалуйста, идите к доске. Вычислите, вот какой предел. Предел, когда х стремится к нулю, дроби, в числителе которой стоит корень квадратный из единицы плюс х, минус скобка, единица плюс х, деленное на 2, скобка закрывается. А в знаменателе х квадрат.
Как же это вы сделали? Так, при решении данного предела я заменил функцию квадратный корень единица плюс x и эквивалентной функции единица плюс x, деленное на 2 при x, стремящемся к нулю. Так. Ну, это, конечно, верно, что корень квадратный из единицы плюс x эквивалентно единица плюс x пополам. Но все же теорема вами применена неверно. Ведь в теореме говорилось, что можно только множители заменять на величины эквивалентные. А у вас корень квадратный из единицы плюс x стоит в качестве слагаемого в числителе. Не в качестве множителя, а в качестве слагаемого. В результате у вас получилось неверно. Давайте проверим обычным путем этот факт. Вычислите этот предел обычными методами. Ну вот видите, на самом деле получился не нуль, а минус единица, деленная на 8. Скажите, пожалуйста, а каким образом тут вы получили двойку? А я заменил функцию, стоящую множителем в знаменателе, и эквивалентную функцию, которая равна 2. Ну вот теперь это верно. В данном случае эта замена законна, потому что тот множитель, который вы, или та функция, которую мы с вами заменили, она стоит в качестве множителя в знаменателе. Ну, теперь я вижу, что вы все поняли. Садитесь, пожалуйста, Клаус. Спасибо. Должен буду вам сказать, что вот при этом вычислении был применен асимптотический метод, или была применена теорема, только в одном месте, вот тогда, когда вот эта функция, стоящая в виде множителя, знаменателя, была заменена на число 2. На самом деле, если бы мы с вами знали формулу Тейлора для функции корень квадратный из единицы плюс x, можно было бы более полно применить нашу теорему. Ну, эту формулу вы будете знать. Из следующего равенства, где АК и БК – постоянные числа, не зависящие от х, следует, что эти числа равны между собой соответственно. Действительно, возьмем предел при x, стремящемся к c, левой и правой части нашего равенства. Тогда получим, что а нулевое равно b нулевое. Таким образом, можно считать, что в нашем равенстве нет членов а нулевое и b нулевое, и его можно сократить на x минус c. Тогда получим равенство, где снова можно перейти к пределу при x, стремящемся к c, и получить, что a1 равняется b1. Продолжая этот процесс последовательно, наконец получим, что an равно bn. В частности, доказанная теорема содержит следующее утверждение. Равенство, верное для всех x, из некоторой окрестности точки С, влечет за собой, что числа АК, соответственно, равны числам БК.
Сейчас я хочу вернуться к записи, выражающей порядок. Вот она. Вы уже с ней знакомы. Она выражает, что функция f от x имеет порядок функции φ от x на множестве e для всех x, принадлежащих к множеству e. Но пользуется еще и другим обозначением, которое записано в виде второго равенства. Оно читается так, что f от x имеет порядок φ от x, когда x стремится к a. Не на множестве e, а когда x стремится к a. Эта вторая запись выражает, что существует такая окрестность точки А, мы ее обозначили через У от А, что на ней F от X имеет порядок Фи от X, уже в смысле нам известным. Хочется здесь напомнить, что обозначает окрестность точки А. Если А – конечная точка, то под окрестностью А понимается множество всех значений x, которые удовлетворяют неравенство. Модуль x минус a меньше дельта. Это в случае, когда a – конечная точка. Если же a есть бесконечность, то под окрестностью такой точки понимается множество всех значений x, которые удовлетворяют неравенству модуль x больше m, где m – какое-то положительное число. Если же a равно плюс бесконечности, то это есть множество всех значений x больших m, где m – некоторое число. А если a равно минус бесконечности, то множество всех значений x меньше некоторого числа минус m. Приведем примеры. X квадрат есть O большое от x, когда x стремится к нулю, потому что x квадрат есть O большое от x на интервале модуль x меньше единицы, который можно рассматривать как окрестность нулевой точки. X есть O большое от x квадрат при неограниченном возрастании x, потому что x равняется O большому от x квадрат на множестве x, удовлетворяющих неравенству модуль x больше единицы, определяющему окрестность точки x равно бесконечности. Пусть k и n – натуральные числа, и k меньше n, и пусть задан записанный здесь многочлен степени n. Легко видеть, что этот многочлен есть функция, равная O большому от x в степени k при x, стремящемся к нулю. В самом деле, если разделить его на x в степени k почленно, то получим функцию, которая стремится при x, стремящемся к нулю, к числу ak, и которая таким образом ограничена в некоторой окрестности нулевой точки. С другой стороны, если считать, что x стремится не к нулю, а к бесконечности, то наш многочлен имеет порядок x в степени n. Это следует из соотношений. Из сказанного вытекает, что при x, стремящемся к нулю, порядок многочлена равен порядку его члена, имеющего наименьшую степень x. А при x, стремящемся к бесконечности, порядок многочлена равен порядку его члена, имеющего наибольшую степень x. Очевидно, имеет место еще более общее равенство. Например, первое из них выражает, что если сложить две функции,
одна из которых при х, стремящемся к нулю, имеет порядок х в степени k, а другая порядок х в степени n, то в сумме получится функция порядка х в степени k, когда х стремится к нулю. Обратите внимание на это равенство. Оно выражает, что если некоторая функция есть о малое от f от х при х стремящемся к, то она автоматически есть о большое от f от х при х стремящемся к. Ведь о малое от f есть функция, которую можно представить в виде произведения f на бесконечно малую эпсилон от x, а бесконечно малое ограничено в некоторой окрестности точки А. Однако исходное равенство перестает быть верным, если в нем поменять местами о малое с о большим. Ведь, например, функция 3х квадрат есть о большое от х квадрат при х стремящемся к нулю. Но 3х квадрат не есть о малое от х квадрат. Впрочем, подобное замечание относится ко многим равенствам, где фигурирует символ порядка функции. Если в любом таком равенстве заменить местами правую и левую часть, то очень часто его правильность нарушается. Другое дело, если говорить об асимптотических равенствах. Там можно переставлять местами левую и правую часть. И это просто доказывается, потому что если f асимптотически равна φ, то очевидно и φ асимптотически равна f. Это непосредственно следует из того факта, что оба написанные вот здесь равенства являются эквивалентными. Одно из них вытекает из другого. Я в заключение хочу сделать несколько общих замечаний. Наука, которую мы с вами изучаем, носит название «математический анализ». Это очень короткое название, и, собственно, оно мало что заключает. Более содержательным было название, которое фигурировало не так давно на многих соответствующих книгах. Это анализ бесконечно малых. Но я думаю, что еще более содержательным было бы это название, если бы мы сказали, что мы говорим об анализе посредством бесконечно малых. Этим мы бы подчеркнули, что бесконечно малые, или, как сейчас говорят, пределы, являются средством, аппаратом для изучения. Тогда возникает вопрос, а что же мы здесь изучаем? Объектом изучения, безусловно, являются функции, то есть переменные величины, зависящие от других переменных величин. Конечно, современный математический анализ своими методами изучает не только функции, он изучает и некоторые другие важные объекты, функционалы, операторы и другие образования. Но сейчас об этом говорить рано, и мы только подчеркнем, что во всяком случае важнейшим объектом изучения математического анализа является функция. При этом введенные нами понятия, введенные вот на этой лекции понятия порядка, бесконечно малой, асимптотически равных величин, главного степенного члена, играют очень большую роль в этом изучении. Рассмотрим, например, какую-нибудь функцию, заданную на интервале АВ. Чтобы ее изучить, очень важно знать ее поведение
в любой точке этого интервала. С этой целью обычно вводят приращение этой функции в той или иной точке x, принадлежащей к интервалу AB. От того, как она ведет себя, когда приращение h стремится к нулю, зависят очень многие важные локальные ее свойства. Например, если дельта y есть о малое от единицы при h, стремящемся к нулю, то, как уже отмечалось раньше, это значит, что наша функция f непрерывна в точке x. Если же это свойство в данной точке x не выполняется, то это говорит о том, что в точке x наша функция разрывна. Если более того, известно, что приращение дельта y есть о малое от h, когда h стремится к нулю, то есть если предел отношения дельта y к h при h, стремящемся к нулю, равен нулю, то это говорит, как вы будете в ближайшее время знать, что график функции имеет касательную в точке с абсциссой x параллельную оси x. Более общий случай – это когда приращение дельта y в точке x можно представить в виде суммы числа a, помноженное на h, где a не зависит от h, и величины о малое от h при h, стремящемся к нулю. Если a не равно нулю, то это, согласно принятой терминологии, обозначает, что величина приращения дельта y имеет при h, стремящемся к нулю, главный степенной член, и при том степени единицы относительно h. Из этого равенства, если оно имеет место в данной точке x интервала AB, немедленно следует, что функция f имеет производную в этой точке, равную a. То есть существует предел отношения дельта y к h, когда h стремится к нулю, равный a. Но об этом вы узнаете более подробно из лекции, посвященной дифференциалу. И если я сейчас на этом останавливаюсь, то только для связи с этой лекцией. Кроме того, очень важно, чтобы вы привыкли к принятой терминологии. Это имеет то значение, что в наших учебниках не всегда употребляется эта терминология, а между тем в современной науке она заняла уже достаточно прочное место. Благодарю вас за внимание.